Оператор, возможно, проверяет работу камеры. Нескольких секунд вполне хватает, чтобы увидеть, какое количество оружия хранится у террористов дома. Это лишь в одной комнате. Теперь вы увидите лица всех актеров этого театра. Среди них, кстати, и Джамбулат Баутдинов. Именно у него была найдена уже известная вам видеокассета. Вот он, пока еще живой, пока еще уверенный в своей силе и в своей безнаказанности. Это последний эпизод. Они не прячут своих лиц. Террористы уверены, эти кадры никогда не попадут в чужие руки. Посмотрите, с каким интересом они изучают содержимое сумки. Вот один из них примеряет белье на ребенка. Подойдет или не подойдет? В принципе, ничего особенного, обычная бытовая сценка. Правда, есть одно «но». Сумка принадлежит вот этому человеку. Он был, по всей видимости, схвачен на улице по подозрению в шпионаже. Причиной столь серьезного обвинения послужила его национальность. Он русский. Самое, наверное, страшное оружие, сколько мы стало. Ты объясни сейчас уже. Ты сейчас у нас военный. Юра, как ты попал на территорию? На электричке приехал. Откуда? Из Моздок Грозного. Какой телефон? Я поэтому Гудермес повидать. Гудермес, да? Да. Гудермес, вроде Аллаха. Зачем ты приехал? Я не знал, потому что там же угорело. Теперь я тебе скажу, сейчас ты знал. Ты приехал к нам, как ураг Аллаха. Ты пришел на разведку, да? На разведку зачем? Ты видишь, написал, я уже 5 лет свободен. Да это я насчет брака. Она за меня замуж выйдет, как я. Что? Не вышло пока. Хорошо. Значит так, ты говоришь, что ты приехал по электричке просто так, да? Нет, я буду вместе, я взял, кого надо. Буду вместе, когда я сюда приеду. Я взял права. На автомобиль. Все, извините. Это уже раз. Ты иначе конфетку дали? Вон там у меня дипломы. Ну, можно, обычно. Я никогда просто не слушал, вот все, что у меня есть. А я на Лёшке, нет, вот снимай. И ГС нет, вот там на дипломе в сумке, можете проверить. Ты долго здесь вот? Да я вот только заехал, вот здесь мы снимаем. Пожалуйста, носи все снимай. Пожалуйста, ничего, ну это пакет целлофана, вот так. Смотри, Я убивал, я не знаю. 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 Я убивал, я не знаю.
мы были такие прощатые друзья. Они ждали от него, плача на коленях. От этого русского мужчины они не дождались этого. Вот стояла эта стая зверья вокруг этого безоружного человека и пыталась сломить его волю. Пыталась доказать ему, что он, ну, что он не человек, что он нелюдь, понимаете. Сами нелюди не дождались этого. Поэтому он так внезапно и выстрелил, этот вот негодяй. Я восхищаюсь мужеством этого человека, как солдат. Представьте, сколько солдат и офицеров, не понаслышке знающих, что такое чеченская война, сейчас в бессильной злобе сжимают кулаки. Мы не знаем, как Юрий оказался в Чечне, не знаем цели его поездки, но он уже никогда не вернется домой. Это убийство, запечатленное на пленке, есть не что иное, как один из эпизодов психологической войны. Войны не за свободу и независимость, а за наши с вами души.